основана на реальных событиях. Литва. Наши дни. Рай — это надежда? Небраска — наши дни. Или он так же реален, как земля и небо? Однажды я задал этот вопрос деду. К тому времени, как я получу ответ, будет слишком поздно об этом рассказывать, — сказал он. Вновь придет день, когда я задам тот же вопрос, глядя в глаза своему сыну. Довольно быстро. Мне за работу по часам не платят. Боюсь, и деньгами не платят. Уверен, что ковер подойдет. Тяжелые времена. Твой бизнес растет, мой тоже вырастет. Добро пожаловать в город Империал, штат Небраска. Департамент сельского хозяйства. Империал Банк. Может, тебе пожарный рукав взять? Ограбил магазин ковров тот? В отличие от вас, ребята, у меня есть работа. Посмотрите на этих лодырей. Он работает в 5 местах. Помощь нужна? Да, очень смешно. Если будешь принимать вещи вместо денег, у тебя ни вещей, ни денег не будет. Да, надо бы передохнуть. Расслабиться. Сидите, девочки, мы с Тоддом все сделаем. Не помогайте, не помогайте, не нужно. Без проблем. Лонгхорны вперед! Построиться? Покажите, на что вы способны. Тренер опоздал. Вперед! Покажите, на что вы способны. Давай, Дэвидсон. На прошлой неделе ты сочковал, на вас девчонки смотрят. Вот именно так. Вот об этом я и говорю. Каждое благословение. Пусть мое сердце поет о твоей милости. Каждый понедельник. Непрерывные реки благости, песни громкой хвалы. Научи меня мелодичным сонетам, что поют языки пламени наверху. Подождите, подождите. Надо поработать над высотой тона, дамы. Он немного религиозный. Попробуем еще раз. Приди, источник благословения. Пусть мое сердце поет о твоей милости. Непрерывные реки благости, песни громкой хвалы. Хорошо, еще раз.
приди, источник благословения. Вот мой сын. Папочка! Как дела? Чем занимаешься? Как дела? Как день прошел? Что тут такое? У мамы полный дом женщин, а Кэсси думает, что она тоже такая. О, нет. Они поют. Тот пришел. Ладно, как насчет мужской вечеринки? Съедим по пицце. Правда? Что думаешь? Что думаешь? Здорово. Здорово звучит. Ты какую будешь? Сыром. Нет. Сыром. Сыром. Что такое, пап? Люди в больнице хотят, чтобы я заглянул к ним. Я с тобой. Со мной пойдешь? Да. Я не думаю, что это отличная идея. Может быть, немного грустно или страшно. Да ладно. Если с тобой, я бояться не буду. Тогда идем со мной. Больница и пицца. Больница и пицца. Пошли. Что мы делаем, когда голодны? А вот и доктор. Преподобный Бурпа? Тот. Тот? Да. Меня зовут Ли. Мой отец позвал священника. Вы поговорите с ним? Конечно. Отлично. Конечно. Ты в порядке, приятель? Да. Он здесь. Меня зовут Тот. Я пришел помолиться за вас. Вы сожалеете о чем-то? Обо всем. Я верю, что Господь прощает. И Он прощает все. Он прощает все. Отец наш небесный. Отец наш небесный, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. На земле, как на небе. А потом они сказали льву: из всех смертей, которыми мы могли бы умереть, это та, которую мы бы выбрали. Возьми одеяло. Спокойной ночи. Папа. Да. Я молился за больного человека. Температура сейчас держится на уровне плюс 17 градусов по Цельсию. Ветер юго-западный. Понижение. Когда Джей предложил нам дом как часть моей зарплаты, он не сказал про железную дорогу. Мне нравится грохот. Романтично. Что у нас с бюджетом? Нет, не говори про деньги. Слим Форест не смог заплатить за гаражные двери. Пожертвовал два ковра для церкви. Но когда делал заказ, говорил, что деньги у него есть. Все изменилось. Был тяжелый день, да? Когда я с тобой, мне не страшно. Ты хороший. Но вот что я тебе скажу.
Когда в следующий раз ты завоешь по собачьи во время моего любимого псалма, я высеку тебя, как собаку. Слышишь меня? Звучит не так уж и плохо. Перестань. Я люблю детей мира. Я возьму вас за руку и отведу вас в лучшие земли. Я люблю детей мира. Думаешь, мама понимает, как смешно выглядит в такие моменты? Иисус любит маленьких детей. Нет, и мы же ей не скажем, да? Все дети мира. Красные и желтые, черные и белые. Все ценные его взору. Иисус любит маленьких детей мира. Дай 5. Отлично. Очень хорошо, Дуглас. Ангельские голоса, да? Этим утром я хочу поговорить с вами о том, из каких обязательств строится брак, строятся отношения, строится жизнь. Прошлой ночью я стоял в спальне, где спят наши дети, и слушал, как мама читает им сказку на ночь. В конце этой сказки о чудесных землях, где животные говорят с людьми, и большой лев ведет их к любви, вере и смелости. Так вот, в последней главе этой книги, написанной для детей, какими были я и миссис Дэвис, враги льва уничтожили всех его последователей, за исключением двух — медведя и единорога, которые вместе со львом оказались в ловушке в пещере. А так как вход в пещеру был узок, толпы солдат, отправленных злым королем для их убийства, не смогли этого сделать. Лев, медведь и единорог отбили атаку. Наконец, король отправил гонца. Тот говорит: «Слушайте, единственный, кто нам нужен, кто нас интересует, это лев. Отдайте его нам, и вы останетесь живы». «Ах да, единорогу мы отрежем рог, и до конца дней своих он будет тащить тележку». На медведя мы наденем цепи и оковы, он будет плясать в цирке. Но вы останетесь живы. Всего лишь отдайте нам льва. И вот лев смотрит на своих друзей, словно спрашивая, что же они будут делать. Медведь и единорог улыбаются и говорят: «Из всех смертей, которыми мы могли умереть, это та, которую мы бы выбрали». Но медведь, лев и единорог не искали легких путей. Думаю, не делал этого Иисус, принимая свой крест. Многие люди в эту историю верят не больше, чем в сказку про льва, медведя и единорога. Я с вами здесь этим утром, потому что я верю в обе. И никогда не предам льва. Роза, Соня, как ты? Хорошо. Хочу тебе кое-что дать. Что-то маленькое. Спасибо. Соня, это слишком красиво. Нет, не для нее. Спасибо. Увидимся в следующий воскресенье. Пока. Смотри, милый. Ух ты. Соня подарила это Люси. Шикарно. Я прекрасен, когда я рядом, и вдохновляю тебя. Хочешь вдохновить меня, выдержи удар в матче по софтболу в обед. Отлично, я буду. Совместная лига софтбола. Меткий глаз. Церковная лига Империала. Неловкий момент. Давай, Джей. Давай, Джей. Отлично, Джей! Держись, держись! Давай, милая, давай, милая, давай! Мама, давай! Давай, мамочка! Давай!
Давай, оббивай. Мамочка, давай. Беги, беги, беги. Вот так. Нет. Нет, он выбил, он в доме. Он в доме. Так нельзя, это нечестно. А то что? В чем проблема? Поаккуратней. В чем проблема? Я ему говорил, ух ты. Я в порядке. Ты разгорячил меня, малыш. Ты меня раззадорил. Давай, милый. Давайте. Аут. Да, тот. Ух ты. Давай. Тот, давай. В доме, в доме. Беги. Давай, давай, тот. Господи. Майкл, это серьезно. Тот. Соня, не двигайся. Дайте сумку. Ты в порядке? Тот, просто не шевелись, приятель. Не волнуйся, милая, мама с ним. Не трогайте. Спиральный перелом. Заживет? Да. Но по лестницам не скоро лазить сможет. Тот, не двигайся. Надо немного надавить. Полегче. Хорошо. Тот, надо приподнять ногу. Хорошо, дружище. Надо поднять ногу. Полегче. Как многие из вас знают, я получил травму, поскользнувшись в третьей базе. Я был в доме. Нет, он был в ауте. Ладно, в ауте. У меня в приходе был замечательный учитель, который сказал мне, что бывают хорошие дни и плохие дни, но мы редко можем их распознать. Но несколько воскресений назад, когда я скользил в третьей базе и услышал хруст в ноге, я точно знал, какой это день. Так вот, Библия говорит об испытаниях. О том, что многое стремится к хорошему. Тот, что? Моя... Я в порядке, это просто... моя спина. Все хорошо? Да. Что такое? Все хорошо. Не надо. Не двигайся. Я в порядке. Нужно этих ребят. Нет, прилег. Ляг, не двигайся. Я звоню. Пастор Тот, он упал. Нэнси, пойте великую благодать. Тот, давай. Тот Бурпа, пастор Тот Бурпа. Это спазм. Ладно. Не двигайся, постарайся. Это моя спина. Великая благодать, какой сладкий звук, спасший такого грешника, как я. Я уже был потерян. Не шевелись. Подними ногу, подними. Он в порядке. Нужно не шевелиться. Снова камни в почке. Да. Мы можем дать вам более утоляющие воду, чтобы они вышли. Да, спасибо. Спасибо, доктор. Все будет хорошо. Джей. Привет. Оттуда выходят камни. Мы с Колтоном пойдем в парк. Хорошо. Ну, лошадка! Лошадки кусаются, я тебе говорила? Как он? Тот? Тот? Выходит еще. Еще один. Тот? Это Джей. Как ты там? Могу. Могу я тебе помочь? Хочешь попробовать поймать его? Нет. Не думаю. Сколько вышло? 7, Джей. 7. Многовато. Говорят, обычно должно выйти около 14-15, чтобы убедиться, что их нет. Что ты хотел? Ну, мы хотим знать, когда ты думаешь вернуться на службу? Ладно, спасибо. Он из тюремного прихода. Давай правильные вещи. Раньше он зачаровывал публику.
Святой Дух, Святой Дух. Она из семинарии. Святой Дух, если тот не скоро вернется, я кого-то убью. И начну я с тебя. Используй наковальню. Надо выбраться из города. Семейный выезд. Я знаю отличное место. Денвер. Денвер? Да. Возьмем детей, уедем на выходные. Когда? Не знаю. Скоро? Нет, милая. Я должен немного поработать. Нам это нужно. Мы должны оплатить счета. Тебе это нужно. Ладно. Не получится, я тебе говорю. Я просто говорю, что если бы ты... Если бы ты... Сейчас? Ладно. Не сейчас. Если ты говоришь, что мы поедем... Дети, мы едем в Денвер. Денвер, Колорадо, Спрингс. Мой маленький свет пусть светит. Мой маленький свет пусть светит. Пусть светит. Пусть светит, светит. Пусть светит, светит. Можем мы спеть «We Will Rock You»? Дружище, ты мальчик, ну так сильно шумишь, играя на улице. Однажды ты вырастешь и превратишься в мужчину. Твое лицо испачкано грязью. Как тебе не стыдно гонять повсюду эту консервную банку и петь «Мы вас раскачаем»? Я бы не стал есть бабочку-монарха, они невкусные. Не стал бы ее есть? Да, точно. Мне страшно давать ему. Она поедет с нами домой. Да. Видишь ее глаза? Он хочет... Нет, он хочет... Я не... Ну вот. Папа, быстрей! Смотри! Бабочка. Посмотрите на нее. О, Боже. Посмотрите, здесь можно потрогать тарантула. Вон одна. Ого, бабочка. Красивая, да? Пойдемте за ней. Хорошая девочка. Что думаешь, он мягкий? Да, я сделала это. Конечно, сделала. Я подержала Рози. Хочу наклейку. Если хочешь наклейку, иди и подержи Рози. Колтон, ну попробуй. Нет. Здравствуйте, доктор. Это Сони Бурпо. Колтона начала тошнить в машине по дороге домой. Кейси! Нет. Кейси. Кейси, милая. Да. Тот! Иду, иду. Тот! Иду. У него температура под 40. Держи, держи его. И Кейси тоже рвет. Держи, убери волосы, не попади на волосы. Хорошо, милый. Там кусочки. Спасибо, спасибо. Нужно пережевывать еду. Доктор говорит, что ходит грипп. Я его чувствую. Тот! Привет, это Тот Бурпа. Гаражная дверь Империал Небраска. Да, все правильно. У меня большой заказ на двери серии 591. Бурпо. Я пришлю задаток. Полностью оплачу по окончанию работ. Ладно? Хорошо? Большое спасибо. Температура растет. Я думал, все стабильно. Было. Сейчас за 40. И уже 4 дня. Кейси в порядке. Может, это аппендицит? У тебя был в школе? У меня был. Может, он начинается. Я попробую позвонить. Я уже пробовала. Надо вести его в медцентр. Сейчас. Ладно. Кейси! Кейси! Тот, надо спешить.
Быстрее, Тот. Скорая помощь. Работает томограф, не входить. Прорвался аппендикс. Надо срочно оперировать. Звоните в операционную. Папочка, не отдавай меня. Я рядом, дружок, я рядом. Когда прорвался? Несколько дней назад. Он в тяжелом состоянии. Дон, пусть все готовятся. Но как такое возможно? Пятна на рентгене – это заражение. Содержимое аппендикса во всей брюшной полости. Но с ним все будет хорошо. Надо его в операционную. Все промыть. Ждите здесь. Просто ждите. Пожалуйста, побудьте здесь. Операционная готова? Срочно! Я с тобой. Нет, нет, мне нужна минута. Ты заставил меня страдать. И я принял это. Ты заставил страдать мою семью. И я принял это. Ты собираешься забрать моего сына? Не забирай моего сына. Не смей забирать его. Давление падает. Мы его теряем. Соня, как Колтон? Все плохо. Он не очень хорошо. Ему хуже, намного хуже, и я... Нет, нет. Можешь позвонить друзьям и попросить, чтобы они молились за него? Конечно, милая. Прямо сейчас. Я тоже за вас помолюсь. Спасибо. Джей, у нас проблема. Пожалуйста, помоги нам приглядеть за мальчиком. Он очень ценен. Я часто слышала, как хорошо он о вас отзывается. Хочу попросить вас об одолжении. За нашего брата, за его семью, за его сына. Рисунок Колтона. Роза, это Нэнси из церкви. Колтон Бурпа в больнице и может не выжить. Отец наш Небесный. Мистер и миссис Бурпа. Колтон. Привет, малыш. Привет. Пап, я хочу подержать того паука.
Денвер, Колорадо Спрингс. Ух ты. Это здорово. Ну, как? Здорово. Теперь твоя очередь. Я не буду. Давай. Не буду. Хочешь наклейку? Дайте мальчику наклейку. Хорошо. Спасибо. Здорово. Я здесь был. Здесь? Мы здесь раньше не были, сынок. Знаешь что? Что? Мне нравятся пауки. Я видел. У тебя наклейка. Ты больше не боишься. Мы никогда не должны бояться. Ты хотел, чтобы мы вернулись, чтобы показать, что ты не боишься? Это важно. А больница? С ней как? Она пугает тебя? Нет, там мне пели ангелы. Тебе пели ангелы? Да. Когда? Во время операции, когда в одной комнате мама говорила по телефону, а ты в другой кричал на Бога. Откуда ты знаешь? Потому что я видел тебя. Когда ты меня видел? Я поднялся, посмотрел вниз и увидел, как доктор делает мне операцию. И увидел тебя и маму. Ты видел? Привет. Привет. Гроза идет. Ставишь рекорд? Получил наклейку, да? Это рекорд. Как дела? Нормально. Как съездили? Хорошо. Отлично. Просто отлично? На самом деле было здорово. Колтон держал этого паука, как он держит своего человека-паука. Он когда-нибудь говорил тебе, что слышит поющих ангелов? Нет, если речь не о тебе, а обо мне в душе. Тот подходит срок этих счетов. Там много? 23 тысячи долларов. Кто-то нам что-то должен. Мы хоть что-то сможем получить? Коммунальные услуги можно отложить. Джеку Мартина должен заплатить за шины. Его жена больна. Скоро оплачивать медицинский счет. 34 тысячи. Я думал, он входит в те 23. Нет, нет. Это лишь то, что мы должны за лекарства, расходы на жизнь, налоги. Я найду работу. Не хочу, чтобы ты это делала. Ты не можешь работать больше, чем сейчас. Ты нужна нам здесь. Вы должны заплатить доктору. Конечно, милый, мы придумаем, как это сделать. Мы должны заплатить ему. Он помог мне. Я видел его. С Колтоном что-то не так? Почему ты так говоришь? Потому что иногда он странный. Он говорит, что у Иисуса есть лошадь. Все сестры думают, что их братья странные. Это нормально. Хорошо? Так. Твой папа – священник. Он много чего знает, но не знал, что у Иисуса есть лошадь. Не знал этого. Она красивая. Да? Какого цвета? Всех цветов. В раю все цвета радуги. Только больше. Что больше? Их больше, и они ярче. Откуда ты знаешь про эту лошадь? Потому что я видел ее в раю. Ты был в раю? Пап, можем завтра об этом поговорить? Я очень спать хочу. Хорошо. Папа, можно сегодня в вашей комнате поспать? Нет, ты будешь спать здесь.
Уже поздно, ребята, спите. Открой дверь! Прости. Спишь? Колтон сказал мне, что он был в раю. Что? Когда? Только что. Нет. Когда он был в раю? Говорит, что во время операции он оставил свое тело, оглянулся на операционный стол и увидел там себя. У него прекрасное воображение. И я тоже. Я буду то же самое. Привет. Как ты, Роза? Можно нам? Что ты будешь? Молочный коктейль. Два молочных коктейля, пожалуйста. Как дела? Отлично. Колтон, хочу спросить, когда тебе пели ангела? Конечно. Я был один, но я не боялся. Я был у церкви. Дверь была закрыта. Я ее открыл. И увидел что-то чудесное. Я увидела ангелов. Они пели мне. Можем мы спеть «We Will Rock You»? Колтон, ты знаешь, кто я? Ты не боишься? Никто здесь не хочет обидеть меня. Правильно, Колтон. Никто здесь никогда и никого не обижает. Несколько человек хотят с тобой познакомиться. И что они пели? Я попросил их спеть «We Will Rock You», но они не стали. И они вот так же засмеялись. Молочный коктейль. Университет Морленд, отделение психологии, офис председателя. Могу я поговорить с доктором Слейтером? Вы хотите попасть на прием? Да. Есть ли шансы попасть к ней сегодня? Доктор Слейтер? Да. Здравствуйте.
Я Тодд Бурпо. Да, входите, пожалуйста. Спасибо, что приняли меня так скоро. Бурпо, вы священник в Империале? Да. Откуда вы знаете? Мой покойный муж был набожным человеком. Пожалуйста. Он слышал о пасторе Бурпо, очень интересном, и изводил меня просьбами поехать послушать вас. А вы нет? Что нет? Не набожны? Нет. Это проблема? Нет. Нет, вы могли бы предложить мне более научное мнение, помочь мне найти разумное объяснение кое-чему. У меня есть сын. Он очень умный и чувствительный. И? Он был в раю. А потом вернулся. У вашего сына была клиническая смерть? Нет, он не умирал. Мы проверили отчет об операции. Его сердце не останавливалось. Мозговая деятельность не прерывалась. Так почему вы говорите, что он был в раю? Потому что он так говорит. На пороге смерти тело выделяет гормоны, которые вызывают состояние покоя, даже блаженства. Наш мозг заполняет пустоты. Христиане видят Иисуса, евреи видят Моисея, мусульмане и Мохаммеда. Да, я читал вашу статью. Но мой сын видел то, что я объяснить не могу. Он видел, как я молюсь. Видел, как я кричал на Господа. Видел, как его мать в другом крыле звонила друзьям, прося их помолиться за нас. Все это время он был в операционной. Преподобный Бурпо. Тот. Для вашей жены странно звонить друзьям в момент кризиса? Нет, не странно. А для вас странно молиться? И делать это со страстью? Нет. Нет, конечно, нет. Но я знаю своего сына. И когда он говорит про рай, не похоже, что он выдумывает. Он говорит конкретные вещи. А ему всего 4. И он очень умный. Да. Оба моих ребенка. Почтенный. Тот. Не хочу отрицать ту мистику, которую вы в этом видите, но есть масса объяснений, даже для экстрасенсорного знания. Действительно проще верить в это, или ясновидение, или телепатия, чем существование жизни после физической смерти? Верить в чудеса? Я нахожу такие концепции нелогичными. Даже прежде, чем увидела, как умирает мой муж. Позвольте спросить, вы приехали, потому что вас интересует моя вера? Или вы беспокоитесь о вашей? Спасибо, что уделили время. Пожалуйста. А если вы столкнетесь с чем-то настолько за пределами вашего опыта, с чем-то иррациональным. Что тогда? Похоже, тут что-то случилось. Тот, мы так рады за Колтона. Спасибо. Как Соня? Спасибо, большое спасибо. Вот ты где. Как дела, дружище? Хорошо, как сам? Как дела у Колтона? Снова мучает сестру? Да. Мне нужен совет, мудрый совет. Ну, я не очень-то умен, так что ты не по адресу. Я знаю. Не могу дать ничего, кроме топорного, неправильного совета. Рассчитывал увидеть тебя раньше. Ты о чем? Я твой банкир. Я не за кредитом пришел. Я не про деньги банка. Как друг другу, давай помогу тебе выкрутиться. Никому знать не обязательно. Мне обязательно. Никогда не стану тем, кто стоит на амвоне, просит людей пожертвовать и лишь собирает эти деньги. Это не пожертвование.
Это друг дает деньги в долг другу. Знаю, что тебе нужна помощь. Так поступают нормальные люди. Я не поступаю. Тогда ты сюда не за мудрым советом пришел. Не думай, что церковь увеличила твое жалование с учетом новых членов, которых ты приобщил. Думай, ты заслуживаешь повышения. Я поговорю с советом, может, что-то удастся сделать. Я не за прибавкой пришел. Ладно, хорошо. Я не хотел их спрашивать. Что я могу для тебя сделать? Колтон. Он говорит о... Мы просим детей верить в это все. И я даже не знаю, верю ли я сам, Джей. Что? Я пытаюсь рассказать тебе о Колтоне. Он говорит вещи, которых я не понимаю. Рассказывает про беседы в раю. Я встречался со стюардессой, чей сын широко общался с динозавриком Барни. Знаешь, как раздражает этот Барни? Да. Он пурпурный. Точно, точно. Библия учит нас верить детям. Над рассказами моего ребенка будет смеяться весь город. Вот о чем я говорю. Не знаю, о чем молиться. Мне нечего сказать. Говори от сердца, Тодд, как ты всегда делаешь. Страх, с которым мы боремся, это растерянность, это сомнения, это вопросы. У меня есть вопросы. У всех нас есть. Может, мы просто должны прямо сегодня попробовать, посмотреть, задавать вопросы. Тодд? Да. Наша семья молилась за вас. Спасибо. Спасибо, Майкл. Хотел спросить, насколько все было серьезно? Серьезно? Это было ужасно. Многие слышали, что Колтон умер во время операции, и молитвы вернули его к жизни. Нет, он не умер на операционном столе. Он был очень близок, но я думаю, именно врачи, благодаря Господу и вашим молитвам, сумели сохранить его жизнь. Так что, спасибо вам всем. И как вы с этим справились? Не очень просто. Но важно то, что семья Борпа столкнулась с серьезным вызовом, и они справились. Аминь. Аминь. Именно так, спасибо, Джей, но я не знаю, справился ли я. Опыт Колтона изумляет меня. О чем ты, Тодд? Он рассказывает нам о том, что пережил, когда он был, в общем, на операции. Колтон побывал в раю. Но ты говорил, он не умер. Но он видел рай. Видел Иисуса и ангел, и... Но как? Я не знаю. Преподобный Борпо. Тодд. Некоторые сотрудники больницы неофициально говорят, что ваш сын не должен был выжить. Называют это чудом. Как вы это объясняете? Я даже не пытался сделать это. Я не... Можете попытаться? Если он не умер, как он мог увидеть рай? Я не знаю, но он его видел. Ты веришь, что он был на небесах? Я знаю, что он что-то видел. И это похоже на рай. Боже святый, что с нашим священником? Что ж, думаю, все прошло хорошо, да? Отличный вид. Мне нравится быть так высоко. Колтон! Я ведь просил тебя с этим не играть. Прости, папа. Я говорила ему так не делать, папа. Половина паствы хочет перестать чувствовать и начать думать. Другая половина хочет обратного. Тот? Да. Я перезвоню вам. Это из газеты. Они хотят написать статью про рай. И?
и хотят поговорить с Колтоном. И ты считаешь это хорошей идеей? Колтон, многие люди молились за тебя. Думаю, да. Это должно быть приятно. Иди сюда, дружок. У тебя берут интервью. Спасибо. Ты был очень болен. Каково это было умереть? Я не умер. Но ты оказался на небесах. Это немного не по теме. Там красиво. Ты видел рай? Да. На что он похож? Как здесь, только намного красивее. И ты видела Иисуса? Да. Он очень хороший. Я сидела у него на коленях. У него есть отметины. Отметины? Да. Вот здесь, и здесь, и здесь, и вот здесь. Могу я пойти еще покататься на качелях? Да. Значит, у Иисуса есть лошадь? В раю много животных. Они мне не верят, да? Некоторые люди боятся верить. Чего они боятся? Не знаю. Может, боятся, что рая нет. А может, боятся, что он есть. Папочка, ну ты же мне веришь? Я верю, что Господь любит тебя. И я тоже. Можно вас сфотографировать? Что? Могу я вас сфотографировать? Да. И... Спасибо. Родители верят, что молитвы помогли их сыну выздороветь. Алло? Привет, Джей. Ты это видел? Да, прочитал. Ничего себе статья. Я люблю Тодда, ну и церковь нашу я люблю. И не могу смотреть, как она превращается в какой-то цирк. Почему бы нам не объединиться? Думаю, это хорошая мысль. Ладно, спасибо. Ладно. Пока. Хорошо, пока. Нет, нет, не нужно. Хорошо. Вообще-то я собираюсь уходить. Нет, нет, за мой счет. О чем ты? Я плачу. Нет, нет, я заплачу. Нет, нет, я. Соня отдает Розе одежду для Мигелита, как только Колтон из нее вырастает. И Люсиана подарила ангельское платьице. Розовое платье? Да, красивое. Пожалуйста, позвольте подарить ответный подарок. Хорошо. Хорошо. Спасибо большое. Ладно. Ладно. Пока, милая. Пока. Бурпа! Когда будет пожар, может, передашь Иисусу, что вместо ходьбы по воде он мог бы этой водой заливать пожары? Хорошо? Да ладно. Ты что, не видишь шутки? Кайла, пасуй мне. Давай. Да, да. Кейси, твой брат правда сидел на коленях у Иисуса? А он попросил новый велик или волшебного пони? Алло, Тодд? Да. Странно такое слышать. Можете подождать? Милая, ты сегодня ударила мальчика по носу? Кулаком? По носу? Да. Но ни одного. Двоих.
Что? Почему, милая? Она хорошо бьет, если захочет. Могу я, простите, могу я перезвонить? Нет, милая, думаю, мы прямо сейчас должны об этом поговорить. Если ты кого-то ударила, для этого должна быть очень веская причина. Они смеялись над Колтоном. Смеялись над тем, что он сидел на коленях у Иисуса. Милая, ты же знаешь, что надо было подставить другую щеку, да? Я подставила его другую щеку, когда ударила его. Кесси отшлепают. Боже, нет. Хочу научить ее бить так, чтобы не повреждать костяшки. Не можешь заснуть? Нет. А ты? И я тоже. Эйси здорово сегодня поступила, да? Да, здорово. Хочешь поговорить? Конечно. Здорово. Мне нравится с тобой говорить. Можем поговорить про рай? Что бы ты хотел знать? Как выглядит Иисус? Его тяжело описать. Еще бы. Может, он похож на какую-то картинку, которую ты видел? Может... Может, он вот такой? Одежда похожа, а лицо нет. А здесь? Вот так? Нет, у Иисуса светлые глаза. Какого цвета? Синеватый или зеленый? Синевато-зеленый. Вот. Привет. Выспался? Спасибо, не очень. Он говорит, что у Иисуса светлые глаза, зеленовато-синие. Твои зеленые, мои синие. Он видит нас. Это, конечно, комплимент. В колледже я читала о том, что наша идея Бога строится на наших чувствах к Отцу. Надеюсь, это не так. У моего были проблемы. Знаешь, если наши дети вырастут, веря, что их любят так, как любишь их ты, они будут самыми счастливыми детьми. У нас пожар. У нас точно. Я должен ехать, вернусь, и мы продолжим, хорошо? Буду здесь. Два рукава на ту машину. Нет, нет. Они там. Кто? Что? Там моя семья. Поиск? Они внутри. Он говорит, они там. Есть причина. Давай, давай, еще один рукав. Задержи его. Держи, пригодится. Горячо. Давайте быстрее. Кто-нибудь. Туда нельзя. Кто-нибудь. Чисто. Никого нет. Заряд. Полный. Разряд. Заряд. Полный. Разряд.
Колтон, это просто визит. Но перед тем, как ты уйдешь, я хочу тебя кое с кем познакомить. Слышал, ты сделала подарок Майклу и Розе. Да, думала, им пригодится. Давай куда-нибудь сходим. Что? Да, позвони Шейли, она за ними присмотрит. Сегодня? Да. Дорогой, но мы не можем этого позволить. Прошлогодний благотворительный аукцион. Ужин на двоих. Кленовая роща, твой любимый ресторан. Мы этот шанс уже использовали. Да ладно, еще нет. Да. Еще нет. Что ты делаешь? Еще нет. Чем темнее ночь, тем они ярче. Как и ты. Да, ты молодец. Мой лучший комплимент. Все становится сложнее. У нас нет денег. И доверия нам нет. А сегодня мне звонили из церковного совета. Хотят поговорить о том, что происходит с церковью. Почему они не позвонили мне? Наверное, не хотели, чтобы ты думал, что тебя принуждают. Потому что они тебя принуждают. Тодд, мы понимаем, что у тебя сложности, и поддержим тебя в это трудное время. Мы увеличили твой отпуск. В два раза. Да, в два раза. Ты ведь понимаешь, что церковь без тебя работает не в полную силу, поэтому хотим знать твои планы на ближайшее время. Для меня важно, что ты проповедуешь. Путешествие Колтона на небеса многих беспокоит, и меня тоже. Ты воспринимаешь его буквально? Для него это не воображение. Не метафора или какое-то чувство. Нет, это было. И я воспринимаю это всерьез. Просто не знаю, что с этим делать. Что тебя так беспокоит? Я хочу поговорить об этом. Я должен поговорить об этом. Хорошо, мне не нравится, что это похоже на какую-то сказку. Простое объяснение жизни. Мне это не нравится. Потому что это интересно простым людям? Нет. Нет. Да. Мне не нравится, что это превращает нашу церковь в магнит для каждого, кто хочет перестать думать, забить голову Библии и похваляться тем, насколько сильно они верят. Рай и ад всегда были идеями, которые использовались для контроля и запугивания людей. Это одна точка зрения. Но все, о чем говорит Колтон, это то, какое прекрасное место рай. Тодд, что ты будешь проповедовать? Каждый из нас иногда сбивается с пути. Тогда мы ищем проводника. Если ты собираешься вести эту церковь, ты должен принять решение. Хорошо. Дадим Тодду чуть больше времени. Еще неделю. Тем временем надо подумать о будущем нашей церкви и начать искать кого-то еще. Больница Небраски. Вот, Бурпо. Да, мы сегодня готовы провести ваши счета. Я не могу сегодня этого сделать. У меня непредвиденные обстоятельства. Вы не будете сегодня расплачиваться? Не сегодня. Вы же знаете, что мы уже дважды откладывали оплату. Думаю, только один раз. Нет, уже дважды. И счета, пока мы говорим, отправляются коллекторам. Да, но коллекторы — это же не... Эй, Колтон. Правила клиники требуют, чтобы я сообщила вам, что счета отправляются к коллекторам. Колтон? Колтон! Иди сюда. Колтон! Я должен сказать им, пожалуйста. Иди сюда.
Они не так выглядят. Все хорошо. Тебя никто не обидит. Опыт клинической смерти. Галлюцинации. Ребята, поторопитесь. У мамы сегодня музыкальная конференция. Быстрее. Ты не рассказал мне, как прошла встреча совета церкви. Они начали искать замену. Ребята, давайте, идите чистить зубы. Мы разберемся с этим. Ты почти до рассвета не ложился. Читал про ощущение клинической смерти. Ты в порядке? Все хорошо. Все хорошо. Ты не думаешь, что нам надо думать об этой жизни? Не о последующей. Что? О чем ты хочешь поговорить? Надо убедиться, что наши дети в безопасности и счастливы, и что они нормальные. Да, нормальные, я согласен. Надо идти на похороны старика, что умер при пожаре в доме на колесах. У него не было друзей и родственников. Колтон сегодня с тобой. Да, возьму его с собой. Отлично. Его такие вещи не пугают, он спокоен. За покойника или за тебя? Твоя взяла. Мы квиты. Отец наш Небесный, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое на земле, как и на небе. Джейкоб Роулинг, младший капрал, морская пехота США, медаль «Пурпурное сердце», серебряная звезда. Вы его дедушку звали Поп, да? Да. Он был папой твоего папы или твоей мамы? Мамин папа. Он умер, когда я был твоего возраста. Он хороший. Ты видел папа? Видел моего деда? Ты видел его? Где ты его видел? На небесах. Я очень любил деда. Он всегда был рядом, когда не было отца. Он обучил меня сварке и подарил мне ту рогатку. Я знаю. Мы с ней играли. Да. И он был хорошим человеком. Очень хорошим человеком. Но я не знаю, во что он верил. Никто не знал. Думаю, что он одна из причин, почему твой отец стал священником. Я надеялся, что таким образом он попадет в рай. Не переживай, пап. Он там. Он подошел ко мне, сказал, что был твоим дедушкой, и ты звал его Поп. И посадил к себе на колени, как Иисус. И сказал, что все хорошо. Смотри,
Это он? Ты его видел? Нет, это не тот, кого я видел. Посмотри, ты уверен? Колтон? В раю никто не носит очки. Можно пойти поиграть? А то мама... Нет, нет, ты уверен, что это не он? Нет, ладно, ладно. Это не он. Давай просто, мама скоро вернется. Подожди секунду. Колтон. Это он. Это Поп. На небесах все молодые. Пап, что с тобой? С тобой столько всего произошло в раю. Да, было здорово. Тот. Обед будет готов через 5. Ты в порядке? Колтон видел Попа. На небесах моего деда. Не знаю, что и думать. Я такого себе позволить не могу, Соня. Не могу. Он говорит мне. Меня это ранит, понимаешь? И я хочу верить ему. Ему 4. 4 года. Он такой невинный. Он не может это сочинять. Но все, о чем он говорит, невозможно. Он такой переполох создал. Он говорит про Иисуса, про то, что видел его лошадь. Говорит про хоры ангелов и про моего деда. Это заняло недели или дни. Но для Господа день — это 1000 лет. И 1000 лет в одном дне. Это Святое Писание. Святое Писание. Время не имеет значения. Не имеет. О том же говорит Эйнштейн. Почему это не может быть тайной? И мы... Потому что я думаю, Господь пытается достучаться до нас через Колтона. Вот что я думаю. То, что говорит нам Колтон тут, это отражение каждой истории, песни, образа, которую он встречал с детства. Почему это должно быть мифом? Почему? Я не знаю. Я не знаю, как продолжать жить. Скажи мне, что делать? Не знаю. Я хочу, чтобы мой муж и моя семья знали, что я их люблю. Прости, что не могу тебе помочь с этим. Вот он я. А где же ты?
Джейкоб Роулинг, младший капрал, морская пехота США. Медаль «Пурпурное сердце», «Серебряная звезда». Примите этот флаг в знак признательности за благородную преданную службу вашего сына. Он был героем, он погиб, как смелый и отважный моряк. Ты. Я всегда думала, что это Джей оставляет флаги и цветы на могиле моего сына. Я подвел тебя, Нэнси. В худший момент твоей жизни. В утрате, за пределами понимания. Я не нашел для тебя ничего. Ни утешения, ни надежды, ни мира. Может, мне следовало... Нет, ты не подвел меня. Ты не мог взять мою боль на себя. Да я и не хотела. Какое-то время боль была единственным, что от него осталось. Не нужно спасать мир, Тот. Он уже спасен. После той встречи в церкви, когда я была злой женщиной, которой поклялась не быть, я размышляла. Я злюсь не на людей из церкви, не на тебя, не на твоего сына, а на Бога. Потому что он вернул твоего сына, а моего отнял. Когда Колтон был в больнице, и я видел, что он умирает, что-то внутри меня сломалось и не подчинилось до сих пор. Нэнси, не надо извиняться передо мной за то, что в тебе что-то сломано. Ты думаешь, я должна спросить? Ты думаешь, мой сын попал в рай? Ты своего сына все еще любишь? Конечно. Думаешь, я люблю своего? Я знаю, что любишь. Думаешь, я люблю своего сына больше, чем ты своего? Нет. Думаешь, Бог любит моего сына больше, чем твоего? Только вера открывает нам глаза. Бог есть любовь. Мамочка. Да, Колтон. Ты знала, что у меня есть сестра? Да, Колтон, конечно, я знаю, что у тебя есть сестра. Я не знал. Ты не знал, что Кейси твоя сестра? Нет, у меня две сестры. У тебя в животе умер малыш, да? Милый, кто тебе сказал, что у меня в животе умер малыш? Она мне так сказала.
Как она выглядит? Как Кейси, только меньше. И волосы, как у тебя. В раю маленькая девочка подошла ко мне и все время меня обнимала. Милый, как? Как ее звали? У нее не было имени. Вы ее не назвали. Ты прав, не назвали. Мы не знали, что это девочка. Все хорошо, мамочка? Да, мы потеряли ребенка, милый. За несколько месяцев до того, как она... Тот. Наша малышка. Наша девочка. Все хорошо. Я не хочу опаздывать в школу сегодня. И телефон звонит. Я возьму. Алло. Пастор Тодд Бурпа? Тот. Отлично. Мы в прямом эфире с Тоддом Бурпа. Расскажите нам о приключениях вашего сына в районе. В прямом эфире? Папа. Все в городе следили за болезнью вашего сына. И люди в городе молились о его выздоровлении. Сейчас все говорят о его удивительном путешествии в рай. Расскажите. Приходите в церковь Кроссроудс Веслиан в воскресенье. Я вам все расскажу. Вот мое сердце. Возьми его и скрепи печатью, печатью твоего царства на небесах. Вот мое сердце. Возьми его и скрепи печатью, печатью твоего царства на небесах. Я тебя люблю. Рай, только вера открывает нам глаза. Бог есть любовь на земле, как и на небе. Сегодня я стою здесь с ранами, которые еще заживают. Не ушедшими страхами. И может, кто-то из вас сидит здесь так же, как и я. Могу честно сказать, что боль, которую я пережил, ничто по сравнению с тем, как видеть умирающего сына. И у всех нас есть вопрос. Был ли Колтон на небесах? Да. Он был на небесах, которые показал ему Господь. Реален ли рай? Ибо если он существует, все мы вели бы другую жизнь. Не так ли? Разве мы не видели рай? Это первый плач ребенка, отвага друга, руки сестры или врача, любовь матери или отца. Видели ли мы рай краешком глаза, но так часто выбирали ад ненависти и страха. Существует ли рай? Каждый из вас должен задаться этим вопросом. Все мы. И мой ответ. Да. Я вижу его. И я верю в него. И то, во что мы верим, меняет то, что мы ощущаем. И я верю в то, что Бог есть любовь. Я тысячу раз говорил здесь об этом, на земле, как и на небе. И не знаю, слышал ли это сам хоть раз. А мой сын видел. Он видел рай. Он расскажет вам все об Иисусе. Как насчет этого имени?
Иисус. Это имя вселяет надежду во многих. Но у многих вызывает недоверие. Это нормально. Я верю, что Бог попросил меня стать пастором. Настаивал ли он, чтобы мое видение было таким же, как ваше? Или ваше? Конечно, нет. Сделал ли он меня одним из героев, подобных льву, медведю и единорогу, о которых я говорил в проповеди? Нет, я сам этого хотел. У Бога есть план. Бог раздавил мою гордость. Открыл мое сердце. Любви. Все, что я должен сделать, единственное, что требует любовь, дать другим знать, что они не одиноки. Потрясающе. Привет. Привет, дорогая. Добро пожаловать, брат. Отлично, парень. Отличные проповеди. Рад тебя видеть. Привет, Рэнди. Все хорошо? Что такое? Большое спасибо, Джон. Пожалуйста. Спасибо. Она начала рисовать, когда ей было всего 6 лет. Но видения, которые она называет Божьим вдохновением, начались в 4 года. Мам, мне можно лимонада? Да, конечно. Посмотри, CNN. Она художник-самоучка. Это про девочку на другом конце мира, с которой происходит то же, что и с Колтоном. Она видит рай. Посмотри-ка, ангелы. И имя Океана. Посмотри, милая. Маме она довольно подробно описывала свои путешествия в рай. Здорово, милый, но мне надо поговорить с тобой. Но она, в 4 года она начала описывать путешествия в рай. Понимаешь? Колтон, что такое? Это он. Это... Но, Колтон, это он? Тот, кого ты видел? Колтон, иди сюда. Тот, нам надо поговорить. Давай. Это... Знаешь что? Я хочу поговорить с тобой. Он сказал, что на том рисунке... Ты видел все те голубые детские вещи в шкафу. Колтон видел то же, что и та девочка, и он говорит... Тот, они нам могут понадобиться. Правда? Когда ты узнала? Вчера. Thank you.
4 октября 2004 года в семье Бурпа родился еще один сын. Его назвали Колби. Тодд Бурпа остается священником церкви Crossroads Wesleyan. В ноябре 2010 года Тодд опубликовал рассказы Колтона о рае. Они вдохновили миллионы людей во всем мире. Океан Акрамарик все еще рисует свои образы рая. Колтон Бурпа – обычный подросток. Его сестра уверяет, что он далеко не ангел. Feeling